Я встретился с этим человеком, и ему нужна помощь. И я не промок, прошел мимо. Значит, он не был моим ближним. Значит, я думал в это время только о самом себе. Эгоизм – это тяжелая разрушительная болезнь. Сегодня люди говорят о раке, о туберкулезе, о ковиде, о инсультах, об инфарктах. Но почти никто не говорит о эгоизме и о лжи, которые убивают человека. Если надо чему-то учиться, то в первую очередь говорить правду и любить ближнего и Бога. Мы можем выучить всю физику, всю химию, всю математику, всю литературу, но если мы не научились говорить правду, если мы не научились любить ближнего, то все это зря, впустое.